На сцену «Мац Юность» пролился звездный дождь юных дарований. 19 мая состоялся галоконцерт ежегодного городского фестиваля детского творчества. Лучшие номера, подготовленные воспитанниками и работниками дошкольных учреждений, были включены в программу концерта. В год 65-летия Великой Победы много номеров было посвящено военной теме. Дети не просто выступали с песнями или танцами. Каждый номер – это целая постановка, где было все продумано до мелочей. Сюжет, сценические костюмы и так далее. Темы для выступления дошкольные учреждения выбирали разные. Главное, на что был направлен фестиваль, это развитие творческих способностей детей, приобщение к истории и культурным традициям страны. Безусловно, раскрыться каждому ребенку дает возможность полностью. И танец, и песня, а потом. Ведь это демонстрация первых навыков держаться на сцене, двигаться, правильно распоряжаться своими руками, своей позой, своей осанкой. Очень приятно вот те подготовленные танцы, которые... Обращая внимание, готовят-то наши воспитатели детских садов, музыкальные руководители. То есть здесь работают не профессионалы в сфере развития творческих способностей детей, а наши педагоги, педагоги наших образовательных учреждений. Ну какой уровень подготовленных номеров? Галоконцерт фестиваля «Звездный дождь» стал большим детским праздником. Все его участники получили призы.